Здравствуйте. Нефть стремительно теряет в цене. Сегодня за один баррель черного золота дают $43.80. Это снижение аналитики объясняют ростом запасов топлива в Соединенных Штатах и рекордными объемами добычи в Саудовской Аравии. На 12 августа Центробанк установил курс доллара на отметке 64 рубля 94 копейки, евро 72 рубля 46 копеек, золото стоит 2816 рублей, серебро 42 рубля 37 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар покупали за 62 рубля 60 копеек, дороже всего продавали за 67 рублей 38 копеек. По данным официальной статистики, за первое полугодие 2016 года инфляция в Самарской области составила 3,5%. За июль индекс потребительских цен подрос на 0,5%. При этом средняя зарплата жителей Самары, если верить статистике, с начала года выросла на 8,5%. Арбитражный суд признал Самарский резервуарный завод банкротом. Общая сумма требований кредиторов составила порядка 1,5 миллиардов рублей. На этом все. Удачи в делах!